Югра и Лукойл продолжат сотрудничать. Сегодня в Ханты-Мансийске губернатор региона и президент нефтяной компании подписали дополнительное соглашение. Стороны будут развивать совместные проекты в производственной и социальной сфере, а также в природоохранной деятельности. Отмечу, что объем инвестиций нефтяников в защиту окружающей среды в Югре составил больше 11 миллиардов рублей. Кроме того, уже в следующем году в Кандинском и Советском районах отремонтируют школы. Также в округе появятся новые спортивные объекты. Например, в Урае открытый каток, а в Лангепасе – игровая площадка. Напомню, по соглашению с нефтяниками в Югре открыли филиал малого театра. В этом году рекультивировано исторических нефтезагрязненных земель половина из всего накопленного за весь период деятельности компании. И вот такой подход мощный, серьезный, утилизации попутного нефтяного газа выше, чем норматив, предусмотренный правительством Российской Федерации, уже достигла компания показателей. Вот такой подход к природоохранным обязательствам абсолютно в интересах югорчан.